Итак, всем привет! Вы на канале Ли Кантона, и мы играем с соперником, с которым нам достаточно сыграть хотя бы в ничью, чтобы сохранить прописку в первом дивизионе. У него нет тренера, возможно, сейчас будет, как это частенько бывает, автогол. Нет, просто соперник без тренера. Тоже непонятно, то есть человек играет, дошел до первого дивизиона. Что, выходить будет из игры, что ли? А, бесит. Или нет? Я уже успел один мяч отобрать. И пока вся возня идет в центре поля. Ох, пидор. 228. Да, вот это ник. Для первого дивизиона. Хуан Квадрат. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Гонсало Игуаин. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Неплохой заброс вперед. Месут Озил. Пока неплохо. Он с мячом подался. Ну! Ай, да что ты как-то не забил там? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Тут просто подарили мяч соперника. И как пробил? Да тащит просто, а. Просто вытаскивает. Игуаин. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Это может быть опасно. Перехват мяча, да и ты. Можно начинать атаку в обратную сторону. Надежно сыграно, жаль. Удар Кейна. Да куда ты бьешь? И наоборот, мяч летит, а должен был забить. Да, ребят, давайте, борьба, борьба, борьба. Ай, ёб твою мать. Тут этого надо наказывать его, блядь. Алекс Сандо. Шо, отлично. Гонсало Игуаин. Может получиться интересная атака. Ничья тоже устраивает, поэтому сильно не рискуем. Спокойненько. И бьет Игуаин. Вратарь намертво забирает мяч. Это может быть опасная атака. Джорджо Кьеллини. Да, ё-моё, же перехватил. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Дай. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Н'Голо Канте. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Тут может что-то получиться. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Давай назад. Винсан Компани. Уэйн Руни. Ну! Все верно, края надо чаще задействовать. Отличный навес. Ну что, игрок обороны здесь оказался. Ну! Сложный мяч. Лучше не рисковать. Месут Озил. Есть! Уху! Вот это красота! Красота, да в девяточку! Да с откидочкой! Месут Озил. И смотрите, ребят, просто дыщ. Не, ну это четко, это 9. Это 9. Минимальная
преимущество одной из команд. Ух. Месут Озил. Слышали, да, ребят, как он сказал? Месут Озил. Ай. Давай, надо забить второй. Я думаю, на этом мы закончим. Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы так... Удар Кейна! Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Забирает мяч. Ух ты, Буфон. Буфон. Неугомонный Уэйн Руни перехватил мяч. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Янич. Эвер Банек. Отлично сыграно, надо решать. Ну, блядь. Будет штрафной удар. Какой ты фу, вообще чисто корпус поставил. Все четко. Давай, давай, давай. Сейчас еще какую-нибудь шляпу, блядь, пропустим. Бери давай, ну-ка, отлично. Все. Ё-моё. Здорово! Сейчас надо сравнивать. Повезло, просто повезло. Рамщик промахнулся, а. Все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну, наш? Нет. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Сейчас данным будем решать. Запрессинговал его совсем защитник, и ну... мяч он выпустил за боковую. Потеряли мяч, оказался он за лицевой. Что ты делаешь? Удар от ворот. Гамшин. О, вот это фолище. Чё? Янич. Что, мы не красные же сразу, правильно? Леонардо Бануччи. Терпеливо ждут они своего шанса. Выбил, выбил, нормально. Давай, заканчивается тайм. Опасно. Надежно играет защитник. Атака прервана. Руни. Нголо Канте. Ну что, умение действовать не только на ленточке. Это одна из основных задач. Нормально. Сейчас Руни сменим, потому что все-таки он у него желтый. Не надо. Случайно свалю. Могу случайно свалить, соответственно, потом проблемы начнутся. В меньшинстве уже будет тяжело играть. Совсем другой футбол. Слушай, смотрите, как комментатор, да, даже прочитал меня. Ну, то есть, прокомментировал грамотно. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Блин, что-то я перемудрил. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл. Ну! Муса! Да блин. Гамшин. Нет, да нет же. В этой атаке оборону пройти не удалось. Озил. Гамш. Дани Алвес. Дани Алвес. Отобран мяч, надо возвращаться. Нголо Канте. Рахим Стерлинг. Блин. Штрафной удар. Жаль, не проскочил. Сейчас бы хорошо бы убегал бы. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Да ёб твою мать. Эвер Банек. Посмотрим за этой атакой. Жесть. Хорошая передача. Гонсало Игуаин. Мяч в воротах, но у нас ничего.
Блин, ё-моё, а ну что же это такое-то? Вообще куда несу. Жесть, не был. Ну, думаю, вратарь обычно такие тащит рукой. Ну, перед собой как бы. Отбивает по центру. Ай. Вот он и бывает, это жесть. Это может быть опасная атака. Блин, что-то вообще на чем меня растягивает меня. Мяч за пределами поля, угловой. Выйди, вратарь. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Это плохая передача, и первым на мяче оказывается защита. Ахмед Муса. Тут может что-то получиться. Альвес Дасиль. Эвер Банега. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мертенс. Твою мать. Может получиться интересная атака. Мертенс. Вратарь на месте. Вратарь теряет мяч. Защита надежна. Ну, блин, а чё ты... Вратарь, куда ты кидаешь, блядь? Дани Алвес. Хотят они довести мяч до верного, чтобы... Эвер Банега. Мимо, нет. Платили соперника, а ведь теперь всё было... Фух, мы уже и опоздали. Прострелили все что угодно. Любая шляпа могла сейчас зайти. Хуан Квадрат. Основное время истекает через 20 минут. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Отлично сыграно, надо решать. Блин. Как видим, защита работает очень здорово. У нас счет равный, посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Навес. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Н'Голо Канте. И как опасно пробил. Ну, Стерлинг. Умница. Да, да, вот он показывает. Это мы. Это Эрик Кантона играет. Есть. Чего долго раскатывал, увидел. И между ног вратарю, а? После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. 15 минут до конца основного времени матча. Ой-ой-ой. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Блестяще отыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Рахим Стерн. Какой-то, знаете, между собой. Блин, поторопился Муса. Чё, все-таки даешь, козел, а? Козел. Давайте заменим его тоже. Все-таки впереди еще 11 минут. Там дополнительное время. Все дела. И выпустим... Ну, Марсиале, да? Как бы больше некого. Ой, я что-то не того, подождите. Хантера. Вот так выпустим Алекса Хантера. Пусть он... Ну, блин, казалось, летит он тому. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый нокаут. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. Посмотрим за этой атакой. Чё? Жёлтая. А это не страшно. Это было сделано. Был умышленный фол. Поэтому ничего страшного нет в этом. И прерывает защитник эту передачу. Опасно! Блин, ёк.
Крани баба. Как говорится, дрались, дрались, пока не сравнялись. Да, старое, доброе. Гол жопы. 2-2 у нас снова равенство. Вообще жесть, а. Оксленд Чемберлен. Раким с кем? Антони Марсиаль. Пока неплохо. Возможно, это был последний шанс изменить счет. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. И здорово читает подачу защиты. Блин, не мог дотянуть, а вот этот автогон не пропустить. Мяч, конечно, прям не мог отскочил. Да ёб твою мать, а. Какой важный гол забивает команда в концовке встречи. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Хороший гол. Посмотрим еще. Блять, вообще матч разочарования очередной. Я ничего понять не могу. Веду всю игру, блять. Играю нормально, но не хуже же. Ну чё за шляпа? Блядь, почему этот угловой заходит? Я вообще не понимаю. Ну мы играем равно, ну, блядь. Это жесть просто, блядь. Это жесть, блядь, а. Да как так надо, а, просто играть, чтобы все это в итоге на концовку, блядь, оставить. Табличка в руках, четвертую, сути 3 минуты. Сравнивать! Защитника он сыграл надежно. Уан Квадрат. Ну все, приду как? Просто бесит. Потрясающий матч по своему накалу. Да, ты знаешь, этот матч я бы сравнил с шахматной партией. Действительно был хороший остроатакующий футбол. Жесть какая-то вообще, блядь, какая-то просто обидная, блядь. Ну как... А вот интересно, Гонсало Игуаин, слов что-то о нем скажет, просто. Как он отыграл? Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить. Что касается Озила, не помог. Ребят, ну что, будет еще один матч. Даже тяжело мне понять, как это все сложилось. Я спокойно вел. Потом зашла одна херня, вторая. Блять, несуразица. Просто несуразица полная. Полная несуразица.